В преддверии Дня знаний и Дня белорусской письменности факсимильное издание «Первого букваря» презентует сегодня в Национальной библиотеке. 52 листа в карманном формате, в точности, как и 400 лет назад. В книге «Славянский алфавит», знаки препинания, цифры, азы грамматики, а также религиозные гимны, молитвы и проповеди. Впервые букварь издан в 1618 году на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Сейчас сохранилось всего два экземпляра. Один в Великобритании, другой в Дании. Совсем недавно сотрудник нашей библиотеки Олей Суша отримав дозвол и возможность непосредственно наведать эту библиотеку, потримать в руках эту книгу. Дякуючи нашим коллегам из библиотеки Middle Temple, они пошли нам встречу, сделали нам якостную цифровую копию, и далее началась работа, как адлюстровать букварь таким, каким он был 400 годов тому назад. Зараз каждый желающий може познайомитися з цим виданням і ганоритися Білоруссю, ганоритися нашими славутими традиціями, нашої історії. Тираж факсимили 1000 экземпляров. Они разойдутся по всей Беларуси, и каждый читатель сможет лично познакомиться с настоящим символом знаний.